Хотелось бы, конечно же, уже сейчас обратиться к вам, Ольга Васильевна, потому что людей много обращается. Скажите, пожалуйста, вот какие вопросы чаще всего интересуют людей и какие вопросы задают мужчины, а какие женщины? Ну, такой половой дифференциации нету, собственно, чтобы мужчины и женщины имеют одни и те же проблемы. То есть, как говорят, пришла беда, открывай ворота. Люди не приходят просто так. Они накапливают кучу вот этих проблем. Это и в семейной жизни. И, ну, просто они замечают, что везде не везет. Ну, просто невезуха. Машина сломалась, кошелек потерял. С женой ссорятся, все болеют. На работе тоже. И вот как бы оно все накапливается в один момент. Вот это и есть избитые частоты чакр. То есть именуем в народе порча. Люди думают, что порча – это действие каких-то людей. Вот какие-то непонятные действия. Кто-то что-то подкинул, подлил, поклинал и так далее. Слово порча – это не действие людей, это избитые частоты чакр. Вот у меня на столе вот лежат вот такие кристаллы – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Вот это, если сбивается длина волны в этих чакрах, вот это и есть порча, именуя народе. И нужно ее снимать. Каким образом? Отдавший час своего здоровья другому.